Законный доход Захарченко составил чуть более 12 миллионов рублей. А вот что обнаружено в ходе обысков. В рабочем кабинете – 92 тысячи рублей. В автомобиле «Акура», которым пользовался ответчик – 13 миллионов рублей, 170 тысяч долларов США и 5 тысяч евро. В квартире, зарегистрированной на его сестру – 124 миллиона долларов США, без малого 1,5 миллиона евро и 342 миллиона рублей. В квартире, зарегистрированной на мать Захарченко – 19 миллионов рублей, 600 тысяч евро и 20 тысяч долларов. Итого более 8 миллиардов. В квартире нашли скромненькую школьную тетрадь 12 листов в линеечку. А в ней аккуратно в столбик посчитан весь кэш, который находился в квартире. Подчерковедческая экспертиза указала на то, что учет вела мать Захарченко, которая также, как и все остальное семейство, о деньгах якобы ничего не знала. Кстати, мать Захарченко сейчас на пенсии, но всю жизнь проработала учителем математики. Пригодились навыки.